27 победителей, которые разделят между собой 1 700 000 гривен. Сегодня металлургический комбинат «Запорожсталь» подводит итоги конкурса социальных проектов «Мы – это город 2015». Первый чемпионат Украины по бёрдингу с таким проектом на конкурсе победил Сергей Казадавов. В награждение диплом и грант. Деньги пойдут на бесплатные мастер-классы для любителей пернатых, электронную базу данных птиц Запорожской области и на организацию чемпионата. Мы надеемся, что, ну, уверены, что будут это ежегодные соревнования, как бы они станут регулярными. Вот, комбинат тоже обещает поддержку уже на уровне развития в дальнейшем. Вот, как «Спасем Днепр вместе», да, акция, в которой мы тоже не один год участвуем. Поэтому очень хорошие прогнозы. Надеемся, что это найдет интересы и отзывы в сердца запорожцев. А Наталья Бабенко предложила провести фестиваль домашней консервации. Наш народ очень креативен. И пришло в голову сделать вот такой фестиваль, аналогом которого нету до сих пор. Ведь существуют фестивали еды традиционные в каждом регионе. То, что присуще каждому региону. Именно у нас, тут, где плодородные земли, тут, где изобилие урожая. Я думаю, что этот фестиваль как нельзя более подходит именно для нас, для нашего региона. Хочется сделать его поистине народным, массовым. В благотворительном фонде «Улыбка ребенка» готовятся к реализации проекта помощи детям-инвалидам. Фонд также в числе победителей конкурса «Мы – это город». Это образовательный проект, называется он «Мастерская доступна каждому». У нас разработана комплексная целостная программа обучения детей естественным наукам. Благодаря этой программе дети сформируют целостное понимание о окружающем мире, о происходящих в нем процессе. И это очень важно для социализации потом детей в дальнейшем в обществе. Всего в этом году на участие в конкурсе подали 164 заявки. До полуфинала дошло 64 проекта. Из них экспертный совет и выбрал 27 победителей. Кроме «Запорожсталь», к финансированию присоединились и другие крупные предприятия города. Наше предприятие «Запорожогнеупор» приняло активное участие и сделало также финансовый вклад в проект «Мы – это город» для того, чтобы как можно больше реализовалось проекта в нашем замечательном городе Запорожье. С каждым годом конкурс набирает популярность, заявок поступает все больше. Главная цель – создать в регионе действительно гражданское и неравнодушное к проблемам общества. Я должен сказать еще то, что жители, которые живут в нашем городе, живут в Запорожской области, они понимают проблемы даже лучше, чем мы с вами. Они видят это все изнутри и приходят со своими проблемами, с решением этих проблем, самое главное, со своими проектами, для того, чтобы донести до всех, всей общественности, что нужно сделать в городе лучше, чтобы наш город стал краше и еще лучше. Общим подарком для всех победителей конкурса и гостей праздника в Дубовой роще стал концерт «Стального голоса Украины» Арсена Мирзояна. Все проекты конкурса реализуют уже в этом году, так что в ближайшие несколько месяцев запорожцев ожидает много интересного. Павел Васильев, Андрей Снесаренко, Константин Параскевич, ТВ5.